Привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня у нас с вами долгожданное разнообразие. У нас сухофрукты от Хурма Баку. Посмотрите просто, какое оформление. Я была вообще в шоке. Здесь у нас киви. Также у нас хурма, банан и яблоки. Я, если честно, больше всего люблю яблоки. Они дарят вам скидку 10%. Только моим подписчикам по промокоду Айка Эмили на весь ассортимент. Скоро Новый год. У нас в Баку все магазины закрыты. Человек даже не знает, что можно подарить. Мне кажется, вот такая вот шкатулочка. Вы просто гляньте, как красиво все оформлено. Из дерева. Или просто можно, знаете, килограммами брать. Цены и так бюджетные. А тут еще скидочка. 10%. Я люблю сухофрукты. Еще хотела отметить, что они полностью органические, в них не содержится сахар. Поэтому кто на диете, кто просто занимается спортом и не хочет употреблять сахар, идеально просто. Рай для ППшников. Ссылочку я вам оставлю, вы можете перейти. Хурма какая вкусная. Хурма просто бомба. Банан. В общем, ребят, я вам оставляю ссылочку внизу. Переходите, заказывайте с удовольствием. И не забывайте использовать промокод Айка Эмили. И давайте немного поотвечаем на вопросы, чтобы не просто сидеть и есть и делать. Айка, расскажи, пожалуйста, как правильно развивать свой Инстаграм. У тебя достаточно хорошая аудитория в Инстаграме. При закрытом аккаунте. Как так получилось, что с Ютуба все переходят туда? Я вам скажу так, с Ютуба всегда переходят. Проблема в том, что с Инстаграма не переходят в Ютуб. Я знаю кучу блогеров, у них в Инстаграме много подписчиков, но в Ютуб переходить и смотреть ролики никто не делает просто этого. Почему так происходит? Потому что в Ютубе видео длинные. Людям лень их смотреть. Как мне кажется, самое сложное набрать аудиторию в Ютубе. И поэтому в Ютубе одни блогеры не рекламируют других. Я считаю, это неправильно. Это во вред вашему каналу вы делаете. Вы когда-нибудь видели, например, на СТС рекламу ТНТ? Вот здесь то же самое. То есть ты рекламируешь своего конкурента. Что касается Инстаграма, я не могу сказать, что у меня какие-то идеальные фотографии или какой-то идеальный профиль. У меня ужасные фотографии, если честно, в Инстаграме. То есть я не умею хорошо фотографироваться, не умею монтировать. Ой, монтировать, опять же, у меня не умею редактировать фотки. Даже иногда захожу к моим подписчикам, которые ко мне подписываются, лайкаю их. Я смотрю, такие идеальные фотографии. Что ты забыл, дорогой, у меня на странице, где все так фигово. На самом деле, я не умею фотографироваться. И никогда не умела. У нас даже проблемы бывают на нашем кулинарном канале на iCookie. Мама говорит, делаю такую классную фотографию, а я не умею. Это тоже какое-то искусство. Одно время я хотела пойти на курсы фотошопа, чтобы научиться все это делать грамотно, красиво. Но потом это все осталось просто на уровне идеи, как всегда. У меня всегда так. Я что-то планирую, потом это так и остается. Несмотря на то, что у меня закрытый профиль в Инстаграме, люди переходят, и это хорошо. Например, сейчас мои истории смотрят 30 тысяч человек.
25-30. Это хороший показатель. Из Ютуба переходит. Вот из ТикТока я бы не сказала, что кто-то переходит и подписывается на меня в Инстаграм. В Киеве не попробовала. Обалденная такая упаковка. Очень красивый подарок. Самое то. Вообще, мне бы по-хорошему надо открыть Инстаграм. Научиться красиво фотографировать. Создавать красивый визуал. Помните, я вам рекомендовала девочку Амину? Вот у нее офигенный визуал, который нравится всем. Но если сравнивать Инстаграмы, например, каких-то звезд, то мне больше всего нравится Инстаграм, наверное, Решетовой и Оксаны Самойловой. Мне не нравится, как у Пушман, вот эти вот пресеты. Мне это очень скучно. То есть я люблю яркие фотографии. Через историю у меня там Твикс, мой котик. Я представляю, когда у меня будет ребенок, сколько историй будет с ребенком. Но я, если честно, такие вещи с глаз и все дела я не верю. Я думаю, что это полнейшая ерунда. Поэтому, если у меня будет малыш, я вам буду его показывать прям с первых дней жизни. Так что, насчет Инстаграма, это тоже своего рода искусство. Я понимаю, что сколько сил времени я вкладываю в YouTube. Если бы столько же я бы вкладывала и в Инстаграм, естественно, он тоже очень хорошо развивался. Я в Инстаграм, конечно, каждый день снимаю истории, но по большому счету, я как бы не особо силу не вкладываю. Я помню одно время в ТикТоке я каждый день снимала 3-4 видео, и в тот период каждый день на меня подписывалось 4000 человек, прикиньте. Потом началась война, а я перестала снимать, естественно. Но на дворе война, а вот там танцульки свои эти. Да как-то, мне кажется, неуважение было бы. Поэтому я не стала снимать. Я только яблоки хомячу, хотя, честно, все вкусно. Просто яблоки — это особая моя слабость. Я очень люблю сушеные яблоки. Причем, знаете, иногда бывает пересушенные. Вот вообще как железо. Невкусно. У них такая технология. Она сохраняет витамины. При этом получается вкусно, полезно. Можно спокойно чай пить с сухофруктами на диете, например. Однозначно. Стоит заказать такой на подарок на Новый год. Близким, друзьям, неважно кому. И клево, и полезно. Иногда трудно выбрать подарок человеку. Вроде бы, казалось бы, ты человека знаешь, но боишься не угодить, например. В таком случае, что надо заказывать? Заказывать, что поесть. Так что насчет Инстаграма я даже не знаю. На некоторых фотографиях у меня, например, по 10 тысяч лайков. Учитывая, что истории смотрят 25-30 тысяч человек, мне очень приятно, что столько людей ставят лайки, пишут комментарии. Я стараюсь отвечать. В Инстаграме общаться со своими зрителями. Очень часто там что-то спросят, я обязательно отвечу. Но опять же, некоторые там пишут, я вижу под чужими видео мукбанкеров, там пишут, Айка зазналась, Айка не отвечает на комментарии, даже сердечку не ставит. Ребята, я могу объяснить. Я снимаю слишком много материала.
Я не успеваю просто. По возможности я стараюсь пролайкивать, там что-то отвечать. Но каждый день на моем канале 5000 комментариев. 5000. Это очень много. Чисто физически я просто это не успеваю. Либо мне надо снимать меньше видео. Снимать, например, одно видео в день и отвечать. Ссылочку я вам оставлю. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, пишите свои комментарии обязательно. Всех люблю, целую. С вами была Эмили.